в Екатеринбурге. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 12 по 19 января пройдет православная выставка-ярмарка «Русь крещенная, святая». На ярмарке для вас будут представлены большой выбор литературы, подарков и сувениров, церковная утварь, фермерские продукты, товары для здоровья, медовая продукция, натуральные ткани, хлопок, лен, кухонная утварь и многое другое. Святынями выставки станут икона Крещения Господня, список чудотворной иконы Божией Матери Казанской Чемеевской, старинная икона святого великомученика Пантелеимона с житием. Выставку будет сопровождать обширная культурно-просветительская программа. Посетители могут приложиться к иконам, побеседовать с духовниками, заказать молебен о здравии близких и другие требы. Адрес: Екатеринбург, улица Куйбышева, 44Д. Время работы с 10:00 до 19:00. Вход свободный.